обращаюсь к президенту Украины Владимиру Александровичу Зеленскому. Уважаемый Владимир Александрович, подразделения ЧВК «Вагнер» практически окружили Бахмут. Осталась одна дорога. Клещи сжимаются. Если раньше с нами воевала профессиональная украинская армия, то сегодня мы видим все больше стариков и детей. Они бьются, но жизнь их под Бахмутом коротка. День-два. Дайте возможность им покинуть город. Город фактически окружен. Владимир Александрович, обращаюсь к вам, как к президенту